Марк Кьюбан, известный инвестор и скептик биткоин, планирует инвестировать в свое первое ICO – платформу для ставок на киберспорт Unicorn. Как сообщает CNBC, несмотря на его скептическое отношение к биткоину, Кьюбан все же признал ценность и потенциал технологии блокчейн. Платформа для ставок на киберспорт в Сиэтле планирует запустить ICO и токены Unicoin Gold в скором времени. Согласно официальному сайту Unicorn, к проекту привлечены такие известные акционеры, как Эштон Кучер, Шарри Редстон и Элизабет Мердок.